Водитель КАМАЗа пострадал в результате взрыва газового баллона в кабине грузовика. Инцидент произошел рано утром на 1016 километре трассы М7 в Елабужском районе. Сразу после инцидента на место прибыли пожарные. Им водитель-дальнобойщик рассказал, что закурил в кабине, где находилась газовая плита для приготовления еды. В итоге мужчину госпитализировали с ожогами 60% поверхности тела. Сильные повреждения получила и кабина большегруза. Кроме того, от взрыва пострадали соседние Рено и Мерседес.